Алтайский государственный университет на протяжении уже последних 5, наверное, лет реализует такой масштабный исследовательский проект под названием «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая. Единство в истории и современности». Этот проект нацелен на изучение истории, культуры, археологии, этнографии тюркских, прежде всего, народов, которые проживали и сейчас проживают в регионах, которые мы называем Большим Алтаем, то есть которые граничат территориально с Большой Алтай-Саянской экосистемой. И в рамках этого проекта я вместе с моими коллегами из Горного Алтая и Республики Кыргызстан уже провели 4 международных этнографических экспедиции на территории Алтая, на территории Кыргызстана, в Тяньшане, для такого сравнительного изучения параллельного традиций различных алтайцев и кыргызов. И вот такая тема исследовательская, она не случайна, она помогает нам восстановить связи научные между сообществами этнографов-исследователей из России и Кыргызстана. Ну и самые главные цели, которые мы в экспедициях преследуем, это фиксация сохраняющихся традиций тюркских народов здесь, на Алтае, это алтайцев, там, на Тяньшане, кыргызов. Традиции, которые позволяют нам окунуться в прошлое, увидеть вот такие мощные пласты скотоводческой культуры, которые доживают до настоящего времени. И на их основе вот проводить сопоставление, сравнение. И мы на основе вот этих материалов, алтайских и кыргызстанских, выявляем связи между кыргызами и алтайцами, показывая своеобразие или, наоборот, вот взаимодействие и единство этих народов, которые в отдаленном прошлом представляли собой единое целое. И в рамках исследований мне в большей степени приходится обращать внимание на традиционную систему хозяйства, в том числе на охотничий промысел, те темы, которые позволяют увидеть наиболее архаические явления в культуре, сохраняющиеся до настоящего времени. Мы не случайно выбираем самые отдаленные районы, как правило, это высокогорные районы, отрезанные горными хребтами, где у местного населения в силу вот такой изолированности и экстремальности природных и климатических условий вот в большей степени сохраняются традиционные черты хозяйства в силу того, что иные другие формы хозяйственной деятельности на этой высоте уже невозможны. И здесь, конечно, главное занятие — это полукочевое скотоводство, когда люди, разводящие крупные стада лошадей, мелкого рогатого скота, вот перегоняют его весной на высокогорные пастбища, перемещаются вслед за стадами наверх, там сооружают временное жилище, ну, как правило, это юрта используется. Вот, все лето живут на этих летних высокогорных пастбищах, а на зиму спускаются вниз, где пережидают зиму в более комфортных, защищенных от ветра и мороза территориях. И на этом фоне, конечно, мы обращаем внимание на охоту как такую второстепенную, наверное, для скотоводов хозяйственную деятельность, но как раз она привлекает наше внимание, потому что в ней, в этой деятельности, которая ассоциируется исключительно с мужской частью культуры, лучше всего сохраняются архаические черты. Вот попытка исследовать изолированные, территориально изолированные общества, она не нова. Мы, обращаясь к литературе, увидим, что подобные гипотезы высказывались и ранее. Ну, например, 100 лет назад известные российские этнографы Лев Яковлевич Штернберг и Владимир Германович Багарас обратили внимание на Северный Алтай, на горную Шорю, как такие местности, где в силу труднодоступности сохраняются лучше всего
вот эти архаические черты, связанные с охотой. И изучая эти территории, исследователи вот 100 лет назад зафиксировали действительно такие древние пласты культуры местного населения. Примерно аналогичная ситуация на юге Кыргызстана, где мы работаем последние вот 3 года. Например, это Чоналайский район, это Чаткальский район. И в этом году мы продолжим работу в районе, в долине Алайку. Действительно, подобная же ситуация в силу изолированности высокогорного местного населения. Такие традиционные черты лучше всего сохраняются и доживают до настоящего дня. И вот обращение к охоте позволяет увидеть массу сходств в культуре кыргызов, проживающих на Тяньшане, с охотничьими сообществами Южной Сибири, ну, в частности, вот, проживающими в пределах Северного Алтая. Здесь важно отметить, что кыргызская охота, в целом неплохо изученная в этнографической литературе, все-таки обладает целым рядом пробелов, прежде всего регионального плана. И наше изучение помогает восполнить вот эти нюансы, описать те явления, которые ранее не были детально изучены. И кыргызская охота, она вот состоит из нескольких направлений. Первое связано с охотой на копытных животных для получения, прежде всего, мяса и шкур, ну, например, на горных козлов. Это охота с ловчими птицами. Здесь активно сохраняются, используются традиции соколиной охоты. И современные охотники, которые называются манушкоры, обладают целым набором приемов вот, ловли и одомашнивания, дрессировки этих птиц, которые становятся грозными охотниками на птиц, значит, на зайцев, ну или даже на лис и волков, если мы ведем речь о, допустим, беркутах. Вот. И третье направление охоты – это охота на хищников. Она очень важна в силу того, что хозяйство скотоводов довольно часто подвергается нашествию хищников, волков прежде всего. В отдельных районах Кыргызстана волки за зимнее время могут уничтожать до 50 голов лошадей. Это, конечно, серьезный урон для хозяйства. И в зимний период охотники мобилизуются для того, чтобы совершать такие рейды на волков, охотиться и сокращать их поголовье. Подчеркну, прежде всего, страдает здесь лошадиное стадо, потому что вот в высокогорьях Тяньшаня выпадает зимой очень высокий снежный покров, и мелкий рогатый скот, например, овцы, они уже на пастбищах содержаться не могут. Их всю зиму держат в сараях, в загонах и кормят сеном. А вот лошадей стараются до последнего момента, до того, как позволяет снежный покров, держать на пастбище. И поэтому именно лошади прежде всего становятся объектами нападения волков. Вызывает, конечно, такой интерес и сама технология охоты. Кыргызские охотники выходят на промысел небольшими артелями в 5-7 человек. Охота носит коллективный характер и проводится в зимнее время, когда это, во-первых, разрешено современными законами, а с точки зрения биологии соотносится с тем периодом, когда у животных сформировалась зимняя шкура, достаточные запасы жира и еще не начался сезон размножения у диких животных. Вот очень важно, что современные кыргызские охотники вот эти ограничительные меры стараются соблюдать. То есть существуют запреты на охоту на детенышей, например, диких козлов или на беременных самок животных. Это не только, в общем-то, осуждается аксакалами, но и, в общем, на таком мировоззренческом уровне самими охотниками оценивается негативно. Охотники ведут во время промысла совместный быт, они живут в пещерах, где-то на высоте выше 3000 метров находятся их охотничьи владения. И вот такой совместный быт охотников, он тоже находит параллели в наших южно
сибирских материалах. Здесь мы видим много сходств как в организации, так и в мировоззренческом плане. Охотники объединяют свои запасы продуктовые на время промысла, живут в пещерах, греются у костра, и долгую ночь они, в общем-то, рассказывают друг другу различные истории. Старики учат молодежь, подшучивают над молодыми. И здесь очень важен вот смех, такой ритуальный смех, который мы встречаем и в культурах охотничьих Южной Сибири. Видимо, он способствует в целом благоприятному истечению охоты. Так и добыча, полученная охотниками на промысле, она делится между всеми участниками поровну, ну, за исключением тех случаев, когда стрелку, снайперу, или такой есть почетный термин местный, мергенчи, отдается самая лучшая часть туши, а также тому охотнику, который разделывает тушу убитого, ну, например, козла, отдаются лучшие куски. Все остальное между всеми охотниками делится поровну. Важно, что на промысел охотники, ну, сейчас могут отправляться на машине или раньше на лошади, но в высокогорьях, например, Тяньшане, сохраняется наиболее архаичный способ передвижения по снегу – это снегоступы. Такие лыжи своего рода, ступательные ракетки, местное название «жабкак», которые помогают охотнику передвигаться по глубокому снегу. Вокруг охотничьего промысла сохраняются и целый комплекс ритуальных практик, которые современные охотники стараются соблюдать. Так, например, перед выходом на промысел мужчины исключают всякое общение с женщинами. Важна и дата, время выхода на промысел. Так, например, ну, нежелательно выходить в пятницу или в неблагоприятные дни, то есть когда луна убывает, а идеальное время выхода на промысел – это на растущую луну. И перед отправкой на промысел охотники, самый старший из них, произносит благопожелание бата, которое обеспечивает, вот как считается, такой благополучный результат. И по возвращении с промысла охотники соблюдают обряд ширылга, когда нужно всякому встречному человеку, который тебе на пути попадается и спрашивает тебя об охоте, делиться частью добычи. То есть такому человеку нужно, ну, где-то вот в объеме 2-3 килограмма кусок мяса отдать. И вернувшись домой, охотник обязательно устраивает угощение, когда собирают соседей, родственников, готовят отварное мясо, бешбармак, ну и другие блюда. И обязательным элементом становится читание строк из Корана. На этом фоне, конечно, наиболее интерес представляет фигура волка. Мы говорили уже о том, что волк – это хищник, но в то же время в мировоззрении и практике кыргызских охотников он выступает и как важное положительное существо. Да, волк убивают, но в то же время его тело или отдельные части сакрализируются. Так, например, тушу волка нередко употребляют в пищу, мясо идет как лекарство, ну, например, больным туберкулезом. Печень, селезенка волка также используются как лекарственное средство, но и как магическое средство. Нередко маленьких детей кормят волчьей печенью, которая, как считается, избавляет от кожных болезней. А селезенкой этого зверя мажут лица мальчикам для того, чтобы те были смелыми охотниками. Когти, альчики волка используются как амулеты, их подвешивают к детской колыбели. Нередко удачливые охотники на волка, альчики этого зверя носят на своей шее. Интересно, что и некоторые кости этого зверя используются в народной медицине, например, лучевые кости, значит, волка применяются при лечении кожных заболеваний, и также их могут помещать в доме, в жилище, в почетном месте, как некий амулет, обеспечивающий здоровье и богатство дому. И также их помещают в сарае, и это защищает скот от падежа и болезни. Вот
Это немногие примеры из полученных нами в экспедициях материалов, которые позволяют выявить наиболее архаические пласты хозяйственной деятельности и мировоззрения людей, сохраняющиеся до настоящего времени. Они демонстрируют удивительное сочетание наиболее архаичных элементов мировоззрения и практик, которые, несмотря на влияние в том числе мировой религии, сохраняется до настоящего дня.